Всем привет, YouTube, привет. Продолжаем работу. Вот почему-то не очень хочет сниматься машинка в таком освещении. Ну, тут дошел как бы до середины, до средней стоечки. Здесь как раз вот в этом месте, где вот эти вмятины, у нас усилитель проходит, это вот такой ширины. Дальше, вот до этого места, все чисто. И крыша ходуном ходит. Надо будет ее немножко-нибудь усилить. Ну, в общем, продолжаем работу. Вот, задают тут вопросы. Опять задал мне товарищ вопросы. Снимите все свои ки там на английском языке. Ну, я потом покажу дальше. Будет анонсик. Ну что, мне не жалко. Тем более люди, когда просят, я сниму, пока скажу. А тут продолжаем. Опять же, где-то клеем, где-то крючками вот. С разными насадками пробую. Вот попробовал вчера вот такую насадочку. Вытаскивать некоторые вмятинки довольно эффективно получается. Не только давить, а вот берешь таким шариком, выкатываешь. Вот, у кого такие шарики есть, вот они, меня, вот, они внутри тут катаются, вот, иногда ими получается, ну, какие-то конкретные вмятины получаются лучше, шарик какие-то лучше, там, еще чем-то, ну, вот так, то есть я постоянно в поиске и наработанными схемами я не работаю. Потому что металл разный, машины разные, вождения разные. Ну, хочется что-то найти универсальное, которое будет, так сказать, работать более хорошо, более лучше, вот, более эффективнее. Вопрос не в том, чтобы сделать бегом-бегом, а бы как. Вопрос как раз в том, чтобы делать аккуратно и хорошо. Поэтому вот и постоянно экспериментирую. Тоже мало-помалу продвигается все, где-то до середины крыши уже я вот подостал, вот кое-где, конечно, еще есть заломы, вот. Здесь вот видно, вот, а на той стороне там вообще, да, сейчас сниму, так сказать, чтобы было видно. Вот, на этой стороне еще не делал, вот, до середины. Здесь он вообще по 3, по 4, как очередями машину расстреливали. Или как будто специально, чтобы я потренировался. Вот, до середины крыши, вот, от локтя, так сказать, и куда достану. Ну, грубо говоря, половинку сделал, там большую, меньшую, это не важно, ну, уже работа идет. Пока что до багажников и до капота речь, как говорится, не доходит, но уже как-то положительные сдвиги есть. Вот, работают же и клеем чуть-чуть, вот, в основном. Вот такими маленькими поднимаю, ну или вот такими. Вот, это ходовые получаются. А крючки, как я уже показывал, вот весь арсенал длинных, почему-то вылет большой должен быть у крючка. Ну или маленькие, которые идут по кромке здесь. Вот я еще как бы здесь не все сделал. Вот видно, да? Вот это как раз здесь идет по кромке усилителя, вот это все. Там я ковыряться буду отдельно, так сказать, на этой стороне и на той стороне. И тут тоже у нас есть усилителей парочку. Один вот здесь идет, один здесь. Под ними тоже. То есть вот я сейчас в основном дочищу то, что можно, до серединки доделаю. Потом полезу усилители и такие, которые не совсем удачно сделаны. Вот такие вот вещи.
Вот, скажем, было тут намного больше, но все равно я вижу вот такой вот след нехороший. Надо его тоже доделать. Ну, это уже с такими, как говорится, воевать будем отдельно. Ну, вот здесь вот по краю, в принципе, более-менее ничего получается. Вот до серединки. А дальше там уже пойдут мелки. Ну вот, такие, короче, дела. Вот такая мусорина прям крупная. Это завод. И никаких проблем. Ладно, хорош на сегодня. Ну что ж, вот приходится кое-где выкладываться, поскольку не получается сделать, поэтому приходится работать и клеем в том числе. Вот, как видно, у меня практически вот так стоит пистолет, чтобы подтягивать чуть. Вот, видите, до отрыва не отрывается. Потому что перетягивать я не вижу смысла. Вот, поэтому, допустим, вот так понянчить. Вот, оно сам скочит. И вот получился минимальный перетяг. Вот, а вмятина была по грибку, понятно. Вот такой грибок, как бы не маленький и небольшой. Но что самое приятное, вот, настроив пистолет не на большую перетяг, можно было перетянуть очень сильно. И потом долго и нудно все это разбивать. А так, тут минимальный перетяг. Вот, плюс вся эта еще красота находится под усилителем. Там-то я, конечно, срезал, но в этом месте и мастика, и все. Вот, и я смотрел, решил взять клеем дернуть. И все удачно получилось с одного раза. Так что бывает иногда и так, что с первого раза получается. Вот, не забывайте о том, что не надо пягивать. Самое главное. Продолжаю кое-где в неудобных местах. Вот так вот. Видны вот они. Некоторые не видны. Продолжаю выклеивать вот таким маленьким пистолетом. И очень даже неплохо. Вот такие вот фокусы. Продолжается работа с крышей. Очередной этап. Сейчас буду ставить лампу. И вот так крест-накрест по диагоналям буду дефектовать. Потом вот так. Ну и потом вот так. И смотрю, как будет в лампах отмечать. Потом доделывать. Потому что не всегда виден в полной мере, раскрывается, допустим. Вот так его не видно. А вот так его видно хорошо. Я говорю, к примеру. Вот, или, допустим, вот виден дефект хорошо, а вот в такой проекции смотришь, его практически не видно. Вот для этого я и делаю дефектовочки. Сейчас попробую снять, вот тут кое-где, вот они. Вот они, складки остаются. Вот, надо убирать. Чуть дальше тут сейчас еще найдем. Вот она. Одна, вот еще одна. То есть недоделок еще море. А море, потому что большая и на ней очень много вмятин. Вот поэтому я ставлю вот так по диагонали. Вот. Все это нахожу. И все это буду улаживать. Насколько у меня, как говорится, хватит моих возможностей и умений. Вот, поэтому, а так, если смотришь, что, вон, более-менее все ровно, да, особенно по сравнению, если глянуть, что
вот здесь у нас, да? Вот. Какая у нас здесь красота. То есть, по сравнению с тем, что тут будет, не надо даже лампу ставить. Вот. По сравнению вот с таким вот Макариусом, что тут есть, то это вот бы красота. Но это кажущаяся видимость. Надо доделать. Поэтому я опять же говорю, ставим лампу так, вперед. И начинаем заниматься. Потом ставим лампу вот так. Занимаемся опять. Ну и опять же с той стороны сюда. Вот. Только так, на, как говорится, перекрестным моментом все эти дефекты увидеть. Ну и потом еще один из вариантов. Я выгоняю на улицу и смотрю там еще. Тоже немножко смотрится. Иногда бывает, что-то даже здесь в лампах просмотрел, увидел. Ну, это от зависит от освещения. Вот такие вот моменты. Вот она, та складочка. Уже она, как видите, несколько раз меньше, но все равно складка вот в левой части есть. Опять мы ее будем разворачивать, как бы вот, и опять будем раскрывать, насколько это возможно. Но опять же надо делать аккуратно, не торопясь, поскольку краска может треснуть. И на этом все ваши радостные, так сказать, работы и радость от работы будет вана. Поэтому торопиться не надо и потихоньку это делать аккуратно. Ну что ж, вот так пройдясь наискось, теперь опять смотрю, ну тут не особо хорошо видно, засвечивает камера, ну вот они еще тут видны. Приходят те же самые места переделывать по несколько, к сожалению. Вот, приходится поднимаешь, поднимается плохо, неаккуратно, берешь и забиваешь опять плавную мятинку, разбиваешь края, делаешь плавную мятинку, опять приходится поднимать. Ну, по-другому никак, потому что матами уходит в складку это все и не хочет. Ну, что делать? Будем переделывать. Вот теперь переделываю вот в таком ракурсе. Так мне удобнее, как бы расстояние довольно пышное. На том конце крыши стоит лампа. Здесь крючочек такой маленький. Вот. И, ну, к сожалению, крючочек этот не ходит, поскольку сейчас покажу, в чем причина. Так, ну вот, докончили крышу. Чуть полирнуться. Вот. Идеала, конечно, нет, но тем не менее. Самое главное, чтобы хозяину нравилось. Да? Вот хозяин руки моет. Следующим номером будет капот. Тоже слегка побитый, слегка грязный. Будем учиться управлять.